«Сады России» представляют. Народный сорт груши «Осенняя сладкая». Этот сорт – гордость нашей коллекции. Плоды яркой, светло-желтой окраски. Созревают в конце сентября, начале октября. Вкусные, необыкновенно. Мякоть очень нежная, сочная, маслянистая, с изумительным ароматом. «Осенняя сладкая» ни в чем не уступает южным грушам и полностью оправдывает свое название. Сорт груши «Осенняя сладкая» – это сорт, который себя хорошо показал во многих регионах России, и вот в наших условиях он тоже себя очень хорошо показывает, именно поэтому этот сорт мы размножаем. У нас он есть и в коллекциях есть, и плодоносит, и показывает себя очень хорошо. Вообще, среди осенних сортов груши очень сложно найти плохой сорт груши. Очень сложно. Все груши среднего срока созревания – это самые лучшие сорта груши. Куда никакой не возьми, он будет лучше другого. И вот сорт «Осенняя сладкая» – это такой вот эталон по качеству плодов, по вкусу плодов. Универсального назначения сорт, который пойдет и для переработки, и для употребления в свежем виде. Сорт сам по себе хорошо зимует, надежно зимует и плодоносит у нас ежегодно. Просто это стандартный сорт, если он идет в качестве контроля ко всем сортам при испытании. Плоды у него тоже порядка вот 70-90 грамм. У него мякоть достаточно мало, каменистых клеток содержит, что очень здорово, ну как бы для переработки это очень важно, ну, для употребления в свежем виде. Его можно не только вот стандартные виды переработки делать, его можно сушить, например. За счет низкого содержания каменистых клеток очень получаются хорошие вот сухофрукты. Вот сухофрукты грушовые, вот самые лучшие, наверное, получается из всех, которые вот мы когда-либо делали, испытывали из наших фруктов, вот какие у нас растут. Из груши самые лучшие получаются. Это действительно прям вот такая вот карамелька, отличный аналог, ну, обычных конфет, которые мы в магазине покупаем. С удовольствием кушаются с чаем. Самые первые обычно съедаются, никогда не долеживают, даже до Нового года почему-то. Хотя как бы вот не стараешься, как их не стараешься насушить. Грушевые сухофрукты самые первые уходят, потому что это действительно очень хороший получается продукт. Главное подбирать вот такие вот сорта, вот вроде бы осенние сладкие, у которых низкое содержание каменистых клеток, хороший сладкий вкус. Поэтому этот сорт однозначно должен расти у каждого садовода-любителя. Возьмете и однозначно не пожалеете. Надо брать. Заказывайте грушу «Осенняя сладкая» в интернет-магазине «Сады России». Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.